В Южной поликлинике рабочего поселка Дрожжино открылся кабинет хронических неинфекционных заболеваний. По словам медиков, такая мера позволяет разделить потоки пациентов, улучшить оказание качественной медицинской помощи и снизить число экстренных госпитализаций. Артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких – эти и многие другие недуги в центре внимания врача кабинета хронических неинфекционных заболеваний. У нас пациенты наблюдаются по диспансерному учету, по своим хроническим заболеваниям. И одновременно, да, так как кабинет находится в отделении профилактики, что очень удобно, пациент может в этот же день пройти диспансеризацию. При этом пока между посещением нашего кабинета и забором анализов может пройти не более 15 минут. Сюда, как правило, пациента направляет терапевт, а также узкие специалисты. Можно записаться и самостоятельно. Начинается все с тщательного сбора анамнеза. Мы подбираем необходимый перечень обследования, корректируем терапию при необходимости. Вместе с медсестрой проводим обследование, да, минимальное клиническое, то есть начиная от измерения сатурации артериального давления, заканчивая вот как раз в этот же день направлением на диспансеризацию. Если скорректированная терапия подошла, далее врач рекомендует показываться не менее чем раз в полгода. За 3 недели с момента открытия кабинета его уже посетило более 200 пациентов. Это первый подобный опыт в Ленинском городском округе. Такой же кабинет работает и в Видновской поликлинике на улице Заводской.